Усім привіт! Вас вітає Суспільний університет. Шкарлупу писанок знаходили під час археологічних розкопок цивілізації, яким більше як 3000 років. Звичайно, з цього факту можна було б зробити лекцію, що органічне сміття не так швидко розчиняється в природі, як ми собі звикли думати. Але ні, ми будемо говорити про інше. Про дивний, таємничий обряд, який пройшов крізь тисячоліття, і зараз у наш буремний час він почуває себе досить добре. Гість Суспільного університету Оксана Фурса, професор, доктор педагогічних наук, ректор мистецького інституту імені Сальвадора Далі. Оксана, вітаю вас в студії. Ми сьогодні говоримо про писанкарство, про писанку. Наскільки це не атавізм? Наскільки це не дійсно щось, що ми робимо автоматично перед тим, як піти і посвятити ці писанки в церкві? Но само слово «обряд» – это уже говорит об каком-то характере вещей, к которым мы привыкли, и мы хотим этим каким-то образом соединиться с нашими близкими, вообще с обществом. Но это то, к чему все привыкли – обряд. А мне хотелось бы поговорить о знаках, которые мы видим на писанке, немножечко с другой стороны. Откуда они появились? Что это такое? Почему именно яйцо? Для меня при анализе графических элементов, которые мы видим на яйце, первым были именно те, которые были найдены у нас на Украине в эпоху трипольской культуры. И самые завораживающие знаки вызывали в определенное время ужас. А это знак свастики. И этот знак появился именно во времена трипольской культуры. Тот знак, который действительно вызывал трепет и достаточный ужас, это знак свастики. А на самом деле, прежде всего, этот знак явился из трех элементов. Сначала это не был крест. Это был так называемый трибог, который в нашу культуру вошел как знак трех. Каждая линия означала свет, дух и направление, ходьба, ноги Бога, а потом пальчики Бога. И дальше перешло у нас в свастику. У нас появляется четвертый элемент, и этот знак уже трансформируется не в прямое божественное начало, а в исполнение так называемой женской роли. И прежде всего оно говорило о вообще жизни на Земле. И если мы посмотрим на последние яичные скорлупки, которые отпечатались и вообще найдены были в трипольскую культуру, начало и конец яйца, то есть, если мы посмотрим на яичко, а это вот, верх его и низ, были скрещены именно свастикой, запечатаны жизнью с обоих сторон. Потому что еще именно тогда самым святым и дорогим на земле была именно жизнь. Дальше знаки, которые мы находим, они связаны с символикой природы. Это всевозможные волны, которые вы сейчас можете видеть на экране. Это пятна, так называемые капельки, которым можно было бы яйца, на которые наносилось большое количество пятен и зарывались определенным образом, ими привлекали дождь, потому что это была часть не просто культуры, но прежде всего часть жизни и плодородия, и связь, опять же таки, с землей. От нее зависимо было все. Далее это круг и солнце. Солнце тоже давало нам огромное количество тепла. Плюс этот же элемент встречается как и божественный. То есть если мы вспомним с вами египтян, то ярило солнце, которое было у древлян, и так называемый круг Ра, который появлялся в Древнем Египте, они практически не отличаются ничем. И вот при анализе, который был найден именно в трипольскую культуру, знаки не отличались от египетских вообще. И было такое впечатление, что был взят просто исторический отпечаток и наложен один на другой. А в связи с чем это связано? Почему графика элементов повторялась и на разных континентах, и в разную эпоху? Потому что этот графический язык, он очень прост. Им легко общаться. И этим языком действительно общались. Подумайте о том, что во времена трипольской культуры было большое количество кочевых народов. Бумаги не было как таковой. Писали как на бересте, так и очень тяжелым образом можно было что-то высечь на более твердых материалах. Передавать эти вещи было достаточно тяжело.
не только по весу, но и просто связанные с трудоемкостью нанесения прежде всего. И, естественно, передать информацию можно было только в очень-очень сокращенном виде. А если нужно было бы сделать перепись, либо более подробно о чем-то написать, ну, это мы сейчас говорим написать, а тогда это передать в картинках. И эти картинки у нас начинают связываться уже по элементам. Практически на очень большой площади все знали язык не просто жестов и звуков, но и прежде всего язык графических элементов, которые наносились на все, как на тело в виде татуировок, так и на яйца, которые для сохранности макались в воск. Изначально они макались в воск для того, чтобы просто их дольше хранить. И когда первые полосочки появились, крестики и звездочки на наших яйцах, а появились они действительно совершенно случайно, ну, как все у нас происходит. Случайно нажали, оттиск появился, яйцо попало в воду, и на яйце остался след. И именно на яйцах в трипольскую культуру передавали информацию и передавали из одного кочевого племени в другую. Все очень просто. То есть это у нас яйцо, если мы говорим, это у нас первое письмо. А если вы подумаете о знаках, которые сейчас у нас изображены на наших яичках, то в них можно прочитать очень много интересных вещей, потому что люди, которые работают над пысанкой, они определенным образом постятся, готовятся, они знают этот язык, и это не просто красивое изображение, это заложенная информация, которую вы, если научитесь читать, то прочитаете очень многое. Например, регион, в котором расписывалось это яйцо. Писала женщина или мужчина или ребенок, потому что мужское и женское начало – это всего лишь треугольники. Женщина – это треугольник конусом вверх, мужчина – треугольник конусом вниз. А их объединение – это та наша звезда, к которой мы с вами привыкли, просто два треугольника, наложенные со смещением один на другой. И если мы с вами будем говорить о семье, то у нас появится именно такая звезда. Другие звездочки у нас связаны уже с изображением Бога и явлением определенных традиций, которые, ну, наш календарный год накладывают на религиозный. Я бы так сказала, все-таки не ритуалы, а обряды, которые существуют в нашей жизни. Делают ее немножечко теплее. Детям в основном разрешают наносить такие более простые элементы, а вот уже такие сложные, те звезды, о которых я только что говорила, переходящие в всевозможные сложные мотивы, уже современные интерпретации, конечно, уже делают взрослые мастера, имеющие опыт. Но если мы будем говорить о Древней Руси, то эти вещи разрешались наносить далеко не каждому. Были определенные служки-монахи, которые на пысанки наносили только один слой. Им разрешалось это делать. Они работали в основном с кобальтовыми тонами. Во-первых, это были яды, дающие такой цвет, и с ними было просто вредно работать. Допускали к этому именно из-за этого только мужчин, и которые были подготовлены, не знали, каким образом себя обезопасить. Другие цвета, они были в основном всеприродные, потому что методом перемалывания глины, работая с сухими сухоцветами, можно было добиться определенных цветов. Но они были очень мягкими, пастельными, и не было такой вот яркости. Яркость давалась за счет натираний и за счет, ну вот, как мы с вами знаем, если камень лежит на солнышке, он у нас такой просто серенький, тусклый булыжник. Плеснем на него водой, он становится яркий, искристый, а это всего лишь серый цвет. Точно так же любой цвет, который мы наносим сюда, если мы его натрем, а натирали, опять же, таких воском, он становился гораздо ярче. И вот для того, чтобы выявить в пысанке верхний слой и такую какую-то загадку придать, наносить этот воск начали фрагментами. То есть тем же воском начали, опять же, таки рисовать. Не просто давая границы для нашего цвета, а какие-то вещи оставляя матовыми, а какие-то делая их глянцевыми. И пысанка появилась совершенно другая.
графический язык знаков в писанке можно было бы передавать секретами из поколения в поколение, как, в принципе, многие мастера и делали. И вы знаете о том, что в Лондонском музее есть несколько писанок с рецептами. С рецептами, которые написаны на яйцах. 15 яиц. И начинаются они одним рецептом, и не сразу об этом догадались. Когда научились читать, правильно научились читать, открыли древний рецепт фактически потерянного меда, напитка медовухи, которая была открыта в 17 веке и восстановлена правильно. Если мы говорим о писанке, которая традиционно для нас в чистых геометрических элементах. И мы знаем о ней, потому что в Торонто у нас существует очень красивое здание в форме писанки. У нас на Западной Украине музей писанки тоже в форме того же яйца. И там, опять же таки, присутствует геометрия. Это не случайно. Потому что, как бы это ни парадоксально казалось, именно геометрических элементов было больше, и они дольше в эпоху сохранялись. А уже природные элементы, такие как стилизация животных, такая флористическая тема, она появилась гораздо позже. Может быть, потому что она была более буквальна и меньше была подвержена шифрованию. А геометрия, то есть это интервалы, это точки, так называемые прерывчатые линии, дрожинки разного характера, из них можно фактически составить язык. Те варианты писанок, которые мы видим сейчас, это фактически шедевры. Это современные пейзажи, нанесенные на яйцо. Это произведения искусства, которые пытаются, опять же, таки тоже перенести на эту маленькую, ну, такую трепетную форму, с которой хочется, наверное, отдельно разговаривать и общаться. Є якісь символи, які не можна носити на писанку, яким можна там наврочити, можливо, свою долю? І чи працюють вони? Чи треба про це взагалі думати, пам'ятати? Ну, я думаю, что как сила знака, так и сила мысли, она имеет достаточно, как бы, ну вот, не просто силу, а огромное воздействие, прежде всего, на человека, который закладывает информацию во что-то. И, наверное, если бы мы с такой же эмоцией, как мы иногда сердимся и посылаем проклёны, могли бы настолько откровенно и с той же силой улыбаться и желать кому-то добра, мы, наверное, бы жили уже в какую-то эру благоденствия. Именно, я думаю, с этим связан ваш вопрос. Конечно, существует огромное количество оккультных знаков, которые ни в коем случае нельзя наносить на символику яйца. Я даже не буду их касаться, потому что я считаю, что информация, поданная в неподготовленные умы и руки, это не совсем то, что нужно давать общей массе. Я их знаю, но я не хотела, чтобы эта информация была бы публичной. А вот те знаки, которые нас оберегают и намаливают наш дом счастьем, дают надежду на рождение ребенка, эти знаки есть, они достаточно популярны. И их очень часто используют, потому что когда мы обращаемся к Богу, когда нам плохо, когда мы начинаем следовать обряду, когда мы начинаем ценить нашу семью. Ведь мы, когда растем, мы переходим с одного этапа созревания личности в другой. И вот именно какие-то новое общение, новая форма ощущений дает нам возможность почувствовать себя счастливым в том или ином роде. Знаки нам позволяют, потому что крест – это прежде всего самый главный оберегающий символ. Какие бы понятия из веков и в него не вкладывались, какая бы трансформация ни была. Мы можем сейчас говорить о том, что стихии, знаки, символы, которые еще с друидской эпохи отражают у нас символ громовицы, символ солнца и символ воды, они тоже оберегают человека, потому что это часть нашей жизни. Мы счастливы, что мы живем на той благодатной земле, где мы не чувствуем этого дефицита, как солнца, как воды, так и недостатка просто того же грома, который тоже вместе с грозой необходим. Необходим для каких-то гармоничных вещей в природе. А ведь очень многие люди просто-напросто даже не каждый день пьют.
Потом есть знаки, которые просто разделяют нас, и когда мы выписываем это на яичке, мы вкладываем понятие простой линии. Это как линия на руке, которая не прерывается, ее нужно обязательно замкнуть. Это то, что вы нанесли информацию, и эта информация полная, вы поставили так называемую точку, но это точка в виде линии сохранности. Символ восьми – это тоже охраняющий символ, так называемая змея, кусающаяся себя за хвост, или символ бесконечности. Вы тоже о нем, наверное, знали, но ее не всегда можно угадать, потому что часто она используется в виде цепочки. То есть это те же восьмерочки, просто они заплетены определенным образом. Либо восьмерочки, расставленные от центра, они могут выглядеть как лепестки. Почему сложно читать? Потому что символы зашифрованы, они не так просто поданы просто на блюдечке. Они цепляются один за другой, и это очень интересно, потому что эти знаки действительно нужно прочитывать. Я говорю прочитывать, а не просто смотреть. Вам нужно иметь обязательно подстрочник, в который вы будете заглядывать, и он вам будет помогать. Скажіть, будь ласка, чи існують якісь легенди, пов'язані з писанками? Щось так дуже цікаво стало. Ну, их огромное количество, легенды, это, ну, их нельзя, это не анекдот, его не расскажешь очень быстро. Но такая не очень известная и самая-самая коротенькая легенда связана с тем, что вот это гадание на яйце, которое вы знаете, что выкатывают вот детки, когда болеют, это, в принципе, появилось не просто так, а именно с тем, что у нас была достаточно красивая княжна Ольга, о которой вы знаете, да? Вот. И в ту эпоху достаточно тяжело было с лекарствами, пользовались же все народными методами. Основное лекарство при тяжелых болезнях – это был жир. И вот этим жиром натирали, этим жиром обматывали, этот жир пили. И в связи с тем, что было определенным образом, ну, то есть когда хотят сделать лучше, тем более, что перед ними княжна, делают перебарщивание. Вот перекормили ее, у нее было тяжелое воспаление легких, и когда, ну, как бы она уже ничего не могла есть, ей давали часть разбитого яйца. И, естественно, были бабки-шептуны, которые на эти яички заговаривали, наносили символы и знаки. Это часть была божественного ритуала. И вот один из, как бы, одной из яичек, вот, оно было просто холодным, и она начала по лбу себе катать. Ей просто от этого было приятно. И бабки рассказали о том, что вот это божественное начало, у нас появился новый ритуал пысанкой, именно пысанкой, а не простым яичком, правильно выкатывать, начиная от лба, потом все тело. От ви розповідали про те, що ми вивчали і вивчаємо, які посилання дають нам писанки, тобто знаки, котрі були у старі часи, а зараз ми придумуємо якісь нові знаки? Можливо, логотипи наносимо. И это бывает. Сейчас вообще в современной интерпретации появилось такое понятие, как жанровая роспись. Я уже говорила о тех живописных моментах, когда известные произведения искусства прямо переносятся на яйцо. Просто люди пишут с натурой, но пишут это, ну, вот в миниатюре именно на яичках. Эта тенденция достаточно новая, она не, ну, как бы не совсем прилична для писанки. Это уже получается один из видов живописи, совершенно новое направление в искусстве. Но поскольку это все-таки яйцо, и вспомните о Фаберже, о яйцах Фаберже, это тоже писанка. Стилизация писанки. Яйцо-футляр. Огромное количество яичной формы у нас вошло в моду и фактически переходило в футляры всевозможные. Росписи у нас идут очень интересные. Они мотивы свои берут не только из древности, а из нашей просто жизни, все, что происходит в быту. Я видела писанки с изображением просто стульчиков. Их переворачивали, как грибочки вверх ногами, и уже получалось очень интересное плетение. Изображение людей, которое было раньше чисто символичным, теперь чуть ли не до портретов у нас доходит на яйцах.
Плюс, когда мы хотим сделать кому-то приятное, мы всегда берем символические элементы, либо те вещи, которые сопровождают человека. Обычно это происходит так. И вот эту всю элементику и вводит яйцо. Поскольку у нас люди более свободны, чем те, которые были в древности, нет ограничений. И художники, естественно, себе тоже позволяют все, что они хотят выразить. Сейчас в писанкарстве существует свобода. Полная свобода. Есть даже категория при оценивании писанки, которая у нас происходит на конкурсе «Писанковый рай» в Киеве. Вот, есть историческая писанка, где полная канонизация. И дальше фриволия по регионам. Потому что есть определенные школы, которые отличают одну писанку от другой. Как почерк мы сразу можем понять, все-таки где эта писанка была написана. Но четких канонов там уже нет. Чи велика різниця між писанками народів світу? Ну, крім того, що, можливо, на яйцях страуса роблять писанки. Ну, прежде всего, поняття писанка, оно закріплено именно за нами, за Україною. І, ну, как бы у всіх народів його нет. Есть роспись з фрагментами, есть росписи вообще на яйцах, но вот такой писанки, о которой мы сегодня с вами говорили, которые входят в обряд Пасхи, ее больше нигде не существует. Такий трейдмарк. Да, да. И это, будем говорить, такое наше древнее-древнее ноу-хау. Но эти вещи настолько интересны, это действительно не только страусиные яйца. Есть несколько народов, в частности пигмеи, вы о них знаете, они очень маленького роста. Они из яиц, из расписных яиц, они делают себе украшения. Вот. Потом есть обряд свадебный, который связан тоже с расписными яичками, но там над женщиной издеваются другим образом, в нее бросают эти яйца. Вот такая одежда потом из вот этих разбитых яиц у нее по телу. Тело при этом обнажено. Это издевательство продолжается от рассвета до заката. И вот этим аккумулируется сам, как бы, сам обряд свадьбы. То есть вот солнце село, все жена. Чудово. Вот. Причем, чем больше яиц разобьет муж, тем дольше и, ну, как бы, состоятельней, что ли, будет у них жизнь в любви и с огромным количеством детей. Потому что именно многие народы правильно считают, что самое наше главное богатство – это все-таки наши детки. Оксана, дякую вам. Спасибо. З яйця вилюбиться пташеня, після зими прийде весна, і життя піде знову на наступне коло своєї спіралі. Можливо, саме такі думки будуть у вашій голові, коли ви будете розмальовувати свою першу писанку. Я, принаймні, сподіваюся, що після сьогоднішньої лекції бажання у вас з'явилося. До наступної лекції. Це був Суспільний університет. У меня дома есть такая традиция, чтобы делать писанки. Посмотрю символы и несколько писанок сделаю. Был интересен тот факт по поводу княгини Ольги. Это очень здорово, что вот в нашей истории заложилась вот такая традиция.